Здравствуйте, меня зовут Катя. Сегодня к нам приезжали представители второго молодежного лагеря, которые рассказывали нам о том, как они реализовывали свои проекты. Вот на основе этого мы планировали свои проекты, а после поделились со всеми ребятами. Меня зовут Филипп, я студент Полесского государственного университета. Сегодня со второй половины дня у нас была очень классная спортивная игра, в которой мы могли поработать как в командах, так и все вместе, еще больше сплотиться. Мы смогли немножко развеяться, отдохнуть после нашей программы. После этого мы подвели итоги лагеря, все поделились своими эмоциями, кому что запомнилось. Мы нашли новых друзей, новых партнеров и получили кучу незабываемых эмоций.